Ой, что-то щипет-то как. Ай-яй-яй, ребята. Я надеюсь, у меня все будет нормально с кожей под глазами, потому что уже щипет прям конкретно. Всем приветики! Меня зовут Натали, и вы попали на мой канал. У меня сегодня ролик будет с тестом всяких штучек из Fix Price. Не помню, сколько прошло времени, когда я последний раз снимала что-то подобное. Именно тестировала на себе, пробовала, проверяла, как это работает, делилась с вами своим отзывом. Но такое вот у меня настроение было сесть сегодня и затестировать все это, ребята. Давайте же узнаем, как это работает, работает ли вообще и так далее. У меня сегодня будут именно бьюти-вещички. Хочу протестировать вот такие маски для лица. Меня, конечно, уже предупредили, что, Наташа, это очень опасно. Свои волосюшки я сегодня хочу закрутить на такие вот бигуди. Еще сегодня у меня в видео жидкие патчи. Вообще не представляю, как это. Мы будем релаксировать и растопим вот такой ароматный воск. И гвоздь программы – это отбеливание зубов от Fix Price. Вот этот карандаш поможет сделать мне голливудскую улыбку, даже не верится. Я сначала специально немного загрязню свои зубки чаем. Я люблю чай, люблю кофе, поэтому мои зубы, ну, вы сами понимаете, далеко не начало карьеры Бритни Спирс, как они выглядят. Это всего лишь девчушка из Владимира. Вот такие у меня зубы. Ребята, если вам ролик понравится, то не забывайте лайкать его, подписываться на мой канал и писать комментарии. Все я их читаю, конечно же. Ну и для того, чтобы начать тест, мне нужно пойти и смыть все это с моего лица. Смыть косметику и вернуться к вам. Все, я пойду, короче, умоюсь, к вам вернусь, и мы начинаем. Не переключайтесь. Натурель натурелью погоняет. Ребята, я снова с вами. Давайте, знаете, с чего начнем? Я зажгу аромасвечку. У меня есть такой ароматический воск для аромалампы с запахом теплого яблочного пирога. Я думаю, это то самое, чего нам так не хватает на карантине. Здесь вот такой как бы брикет и 6 кусочков. Я так понимаю, что один кусочек надо достать, положить в аромалампу, зажечь свечку, он будет таять и источать этот самый аромат пирога. Пирогом, кстати, не пахнет вообще, я хочу вам сказать. Пахнет какими-то, знаете, цветочками, какими-то духами цветочными, вот так, но никак не яблочным пирогом. Я не знаю, почему так вышло у Fix Price. Вот напишите в комментарии, у кого был такой воск и у кого это действительно пахло пирогом. Вообще, среди вас есть такие люди? Потому что, ну вот, я представляю пирог и нюхаю. Даже близко не пирог. Так, кладем, значит, на рому лампу. Спички детям не игрушка, поэтому сейчас будем аккуратненько все делать. И пусть пока комната у меня тут наполняется ароматом, у меня тут целый, знаете, такой спа-видосик. Засовываем. Поставлю его в сторонку, мы к нему сейчас вернемся, посмотрим, как подтает. Ну а пока мы переходим, значит, к тесту. Первое, что я хочу протестировать, это жидкие патчи. Кстати, здесь написано, что до 50 применений разглаживания гусиных лапок. У меня здесь одни просто лапти гусей. Поэтому давайте. Такая упаковочка. Гелевая маска патч. Экспресс увлажнение. Вообще это все выглядит, знаете, вау. Выглядит это прикольно. Словно такая сыворотка, наполненная, знаете, H2O, там все дела. Нанесите жидкие патчи на чистую и сухую кожу вокруг глаз. Оставьте патчи на 5-10 минут и смойте водой. Мне интересно посмотреть, как это вообще выглядит-то. Я вот привыкла гидрогелиями пользоваться корейскими, а тут так, а чё, где она? Во, полезла, полезла. Ну, такой плотный, густой гель. В принципе, это не потечет. Можно и правда это оставить под глазами. Очень приятно пахнет. Прямо с руки я буду брать пальчиком и наносить жидкие патчи под глаза. Опять же, ребята, если вы пробовали что-то из того, что я сегодня тестирую, напишите. Понравилось вам, не понравилось, что понравилось больше всего, что меньше всего, что работает, что нет. Так, вот здесь гусиные лапки. Ой, что-то маленечко, по-моему, пощипывает. Ощущение довольно приятное. Здесь такой холодок, либо наоборот пощипывает. Я не понимаю, холодок или пощипывает. Но лежит довольно плотно так под глазами. Итак, мы засекаем с вами 5-10 минут. Время пошло. Ну а пока у меня действуют патчи на моей чистой сухой коже, да, все-таки маленечко пощипывает. Вот я не очень люблю пощипывающие вот эти все моменты, но у некоторых средств они есть, и никуда, как говорится, от этого не уйдешь. Даже у каких-то дорогих люксовых брендов бывает прям щипет, так щипет, ты думаешь, блин, что произошло? Ну, видимо, так надо. Я пока что хочу сделать себе бигудюшки. Ой, что-то щипет-то как. Ай-яй-яй, ребята. Я надеюсь, у меня все будет нормально с кожей под глазами, потому что уже щипет прям конкретно. Не прошло еще даже минуты.
что-то мне не нравится. Ну а для того, чтобы завить бигудюшки, собственно, что нам понадобится? Конечно же, бигудюшки здесь в наборе идет. Так, 10 штук. И спрей, пульверизатор. Для того, чтобы намочить волосы, сначала я их расчешу, спрысну их водой и завью несколько прядок. Кстати, аккуратно расчесывайте влажные волосы, лучше вообще этого не делать. Либо широкой какой-то расческой, широкими зубчиками, потому что волосы могут рваться. Вот видите, какие у меня волосы? Все нафиг порвалось, поэтому, ребята, будьте очень аккуратны. На самом деле у меня от выпрямления порвалось. Ну что ж, погнали. Хочу сначала на одной стороне сделать себе такие вот кудряшечки. Потом, когда подсохнет, сделать на другой, то есть в два этапа. 10 штук на всю голову, конечно, мне не хватит, поэтому будем делать два этапа. Одна бигудюшка готова. Пишите в комментарии, как вы укладываете свои волосы, что вы с ними делаете. Выпрямляете, просушите феном, или вообще ничего не делаете, или, не знаю, ходите с хвостом и никогда не укладываетесь. Делаете бигуди, укладываетесь на плойку, делаете начес. Господи, столько всяких вариантов, это просто жесть. Может, кто-то вообще лысый ходит, потому что нравится тряпочкой протирать, да? Ну, как бы каждому свою. Закручиваю остальные пряди, и как раз когда я их закручу, нам пора будет уже снять мои жидкие патчи и посмотреть, как глазенки мои обновились, ребята. Ну что, как вы видите, я накрутила вот эту сторону. Для того, чтобы ускорить эффект, я просушу это все дело сейчас феном. И, кстати, хочу сказать, что, смотрите, полностью растаяла наш воск. Уай, я боюсь даже его поднять. Короче, я вам подсниму, как он выглядит. Такая словно желтая водичка, словно какой-то лимонадик. И комната наполняется вот этим ароматом духов, ароматом цветов, но никак не яблочного пирога. Ну что, у нас, кстати, вышло время, чтобы пойти смывать патчи. Прошло ровно 10 минут, по ощущениям. Ну, как гель лежал вот просто под глазами, в принципе, так он лежит, словно я просто нанесла вот сыворотку какую-то, не знаю, там на ночь или под макияж. Ну, кстати, жечь перестало. Жгло очень сильно, наверное, первые минуты 3. Меня даже это немножечко напрягло, но потом все прошло и уже было окей. Вообще такое ощущение, что кожа как будто стала более плотная и немножечко стянутая. Ну, такая не критическая стянутость. Но гусиные лапки мои за один раз не ушли, понятное дело. Это уж слишком было бы чудо. И, кстати, еще мне кажется, как будто немножечко осветлилась кожа под глазами. Корейский намек, вот корейцы любят там высветлять бледные вот эти тональники, бледные биби-кремики, как можно делать себя более... Твою же матку. Как я так снимаю видео, господи, ну как? В общем, я бы, наверное, не стала пользоваться этими патчами постоянно, как такового сильного эффекта я не заметила. Обычно гидрогелевые мне нравятся намного-намного больше. Ну а теперь я подсушу свои волосенки, и мы посмотрим на эти роскошные кудри. Может быть, они даже будут как у диснеевской принцессы. Кстати, мне кажется, что я скоро задохнусь, потому что вот это вот пахнет так, словно можно наполнить этим ароматом, блин, целый спортивный зал в школе. Поэтому, извините, ребята, я затушу. Мы узнали, как это работает. Работает это на маленькие комнаты, а у меня здесь маленькая комната не самым лучшим образом. Я посушила свои волосы феном и решила оставить их так, досохнуть, пока они у меня досыхают к концу видео. Я хочу, ребята, перейти к тесту масочек для лица. Face Jam Mask. У меня здесь аж их 2 штуки, и когда я их купила, они, мне кажется, промелькнули в покупках из Fix Price, мне очень много людей написало: Наташа, будь с ними аккуратнее, там, мол, какой-то блогерша лицо что-то вообще сгорело там из-за этих масок. Так как я действительно боюсь наносить на все лицо полностью эти маски, я предлагаю выделить область на лице, куда я их нанесу. Я, наверное, выделю вот эти места, то есть вот здесь, около подбородка. С одной стороны нанесу одну маску, а с другой другую. Так, сейчас я вам скажу, что эти маски вообще нам обещают, что они должны сделать. Выглядят они, конечно, очень симпатично, словно такие баночки, знаете, там с медом или с вареньем, ну, джем, понятное дело. Фиолетовая у меня идет с ягодами, с брусникой, кажется, и черникой, ежевикой, в общем, с какими-то такими лесными ягодами. И эта маска тонизирующая, то есть одну сторону я сегодня затонизирую по полной. Она должна увлажнять и витаминизировать. К
клетки кожи, а также стимулирует синтез коллагена, восстанавливает барьерные функции эпидермиса, в общем, короче, делает все, что вот вау, вот вообще вы не жили просто до этой маски из Fix Price. Оранжевая маска идет с тыквой и морковкой, я почему-то думала, что это какой-нибудь, наверное, мандарин или апельсин, судя по цвету. Здесь идут какие свойства? Себорегулирование. Она обладает противовоспалительными, увлажняющими свойствами, тоже обновляет клетки кожи, уменьшает появление прыщей. Главное, чтобы не вскочили прыщи после этих масок. Пахнет даже сквозь упаковку. А вот это запах, мать моя женщина, ребята. Вроде бы пахнет ягодами, но это настолько химический аромат, я бы, наверное, сравнила, будто бы это какое-то средство для мытья посуды, такое, знаете, дешевое, либо освежитель воздуха галимый. Ой, мама. Сама маска вот такая нежно-фиолетовая, цвет, конечно, у нее красивый, но запах это что-то с чем-то. Сейчас понюхаем, как пахнет оранжевая. О, вот она пахнет хорошо. Вот запах как раз похож на тыкву, но с мандарином. Очень классно. Вот этот аромат против этого просто выигрывает. И эта маска такая, видите, прям пузырьковая, то есть она более гелевая, хотя они как бы обе гелевые, но вот в этой пузырьков намного-намного больше. Похоже на гель для укладки волос. Наносим, ребята. Вот на эти места. Если уж, типа, что-то будет плохое, то, по крайней мере, не на всем лице, да? Я знаю, что я, наверное, огребу за это дизлайков. Типа, у тебя тут тест, ты должна намазаться полностью. Да, ребят, да никому я ничего не должна. Я все равно тестирую, да, не на всем лице, но это все равно тест. Тем более, я все равно беру большой участок кожи, смотрите, отсюда, аж даже вот до сюда. Кстати, напишите прямо сейчас комменты, осмелились ли вы бы нанести на все лицо маску для лица с Fix Price или там, например, с AliExpress. Я ничего плохого не хочу сказать про Fix Price, я люблю этот магазин, я считаю, что там очень много классных товаров, но почему-то я вот, ну вот, вот мне вот страшно там пользоваться масками типа для лица, тональные какие-нибудь кремики там покупать, вот я боюсь. Ой, а вот это такая приятная. Боже, этот аромат! Наносим ее точно так же, но на другую сторону. Вот эта масочка, кстати, оранжевая, немножечко начала пощипывать. Нужно их выдержать 10-15 минут, и использовать их нужно 2-3 раза в неделю. Но этого, извините, я обещать, конечно, не могу вам, дорогой Fix Price, потому что неизвестно, да, какой эффект будет от ваших масок, но вот... Я нанесла, поэтому время засекаю, потом смываю, возвращаюсь к вам, ребята. Теперь об ощущениях. Я выдержала маски на себе по 10 минут. Что хочу сказать? Вот здесь как будто не изменилась кожа вообще. Ну, то есть я вот трогаю ее, в принципе, какая она была, такая она есть. И по ощущениям тоже, как будто здесь маски словно и не было. А вот с этой стороны, где была тыквенная оранжевая, кожа стала по ощущениям более свежая. Знаете, такая, словно литка поприкладывали, там снежок покунали, ну такое вот ощущение холодка сохранилось даже, когда я маску уже смыла, и кожа вот здесь более нежная, как будто попка младенца. Я, конечно, 100 лет не трогала попки младенцев. Что я могу сказать об этих масках? Визуально не произошло ничего. Только по моим ощущениям. Вот, в общем, вот эта маска мне понравилась, именно по своим ощущениям. А вот эта, мало того, что она капец какая вонючая, плюс еще она ничего не изменила в ощущениях. Поэтому это говно. А вот эту я оставляю, и, может быть, периодически буду делать. И, может быть, даже рискну на все лицо. Обязательно расскажу вам об этом в сторис в Инстаграм. Давайте, короче, протестируем гвоздь программы. Это отбеливающая ручка для ваших зубов. Отбеливает зубы на 3 тона. Бренд называется Global White, фруктовый микс. Вот такая упаковка. В принципе, она прям симпатичная, я бы даже сказала, внушает доверие. Не знаю, как вам, но мне внушает. Вот напишите, внушает, не внушает. Здесь сбоку идет шкала, как должны отбелиться зубы. Результат заметен уже после первого применения. Знаете, ребят, чтобы наверняка было понятно, изменило что-то или нет, я сниму свои зубы сначала до, на фронталку телефона, а потом после. Для этого мне нужно сделать голливудскую улыбку. Тут прям написано, максимально улыбнитесь, зафиксируйте улыбку на все время процедуры. Зафиксировали улыбку. Ну что ж, давай, Global White, удиви меня. Плавно поверните нижнюю часть карандаша до появления геля. Равномерно нанесите гель на сухие зубы и межзубные промежутки. В течение 5-7 минут удерживайте гель на зубах. По завершении процедуры прополощите рот теплой водой. То есть мне нужно вот так сидеть 5-7 минут. Поворачиваем попку. И у нас должен лезть гель. Да, вот сейчас пахнет фруктиками. Пахнет, знаете, такой детской зубной пастой, типа
дракоша. Фиксируем улыбку. Так, наносить буду на верхние зубы. Нижние не буду, наверное, трогать. Хотя давайте на все. Удиви меня, фикс прайс. Удиви меня, фикс прайс. Отбели мне зубки. Отбели мне зубки. Я не знаю, выдержали я сидеть так 5 минут. Но я должна попытаться. Знаете, для этой штуки нужны этот... такой в рот клапан, вот для игры, который расширитель. Вот тогда наверняка не закроется рот. Я все. Еле-еле я высадила эти 5 минут, потому что было тяжело. Еще это средство подсушило мне внутреннюю часть губ. Так, смотрим зубы. Я как бы не понимаю, наверное, ничего, потому что если что-то изменилось, наверное, на такую вообще вот капельку. У меня к вам задание. Я сейчас выкладываю ту самую съемку до и съемку после, а вы пишите, есть ли разница. Ну, такое забавное, конечно, баловство. Не буду говорить, рабочее или нерабочее. Может быть, если каждый день вы там этим будете пользоваться в течение недели, может быть, результаты будут. Мне кажется, что не стоит им злоупотреблять, но иногда вот... поиграться, если вам кажется, что это работает, почему и нет. Ну, такое, короче, 50 на 50. Я сейчас хочу распустить свои локоны, посмотреть, что у меня получилось, а потом замотаю с другой стороны, и у меня будет прическа от Fix Price. Ну, такое, смотрите, виноват не Fix Price, виновата я. Мне показалось, что я просушила их полностью, но оказывается, ой, вот эти классные, оказывается, высохли только те, что у лица. В принципе, если завить нормально всю голову, что я, кстати, сейчас сделаю после съемки видео, и все-таки хочу вам показаться, то очень даже можно классно сделать кудряшки, даже можно такие что-нибудь в стиле, не знаю, 60-х намутить на голове, ну, прикольно, прикольно. Очень удобная вещичка, то, что тут вот у меня не вышло, придирок к фикс-прайсу нет, это только я виновата. Вот в таком странном виде я буду заканчивать сегодня свой ролик, ребята, и пойду укладываться дальше, чтобы все-таки у меня был полный образ, а не вот это все покажусь вам. Хочу вам сказать спасибо за просмотр, надеюсь, вам было интересно, что из этого вы пробовали, что я сегодня протестировала, и понравилось ли вам. Все, до скорых встреч, хорошего настроения, ребята, пока-пока!